Всем привет! Начинаем свое путешествие в город Новосибирск. Едем на автомобиле Nissan Pulsar. Как еще его, как ты его называешь, Андрей? Автомобиль. Пуля. Пуля. Nissan Pulsar Пуля. Включимся. Так, уже включился. Настроение зашибись, спать охота. Всем пока. Как я обещал, включились через одну минуту. Нет, может больше, через две. Смотрите, какие у нас нанотехнологии. На стекло у нас проецируется скорость. Вот сейчас вот, в данный момент, если вот, может, не видно. Блин, как раз повернули на свет. 20 км в час. То есть вот смотрите, на телефоне кверх ногами все, задом наперед показывает, а на стекле как надо, видите, 36. Правда, вот этот спидометр не работает, всего лишь 20 максимальная скорость. А этот спидометр, не надо меня палить, зачем ты меня палишь-то? 24. Направо? Зачем? Ну, заправляться или дальше. Дальше поехали. Ну тебе, что, на 10 км не хватит? Ну все, тогда поехали. Хотя я не знаю. Ну что, едем мы по трассе. Вот видите, наша скорость 90. Отлично идем. Выехали на оперативный простор. Сейчас должны скоро на заправку заехать. Вот и все, я хотел сказать. Вот первая наша заправка. 92 бензин на трассе стоит 30 рублей 50 копеек. Заправка энергии какая-то. Еще 300. Ну что, заправили 43 литра и 160 грамм. Как думаешь, хватит? Туда и назад. Ну вот, будем надеяться. Всем пока. Привет, Новосибирская область. Выехали мы из Алтайского края. Черепаново 32, Берск 97, Новосибирск 109. А проехали мы сколько? 77. Ну как раз. Дорога пойдет. Настроение тоже. Вот она, заехали мы в Берск. После скольки? После 2 часов езды, да? 2 часа. Нет, даже 2 часа нету. 82 средняя, 172 проехали. А, ну да, больше. Есть 2 часа. 5:16 мы выехали, а сейчас 7:22. Ну так вот. А я еще В 2002 году за 1:47 до Новосибирска доезжал. Вот так вот. Скорости-то упали. Хоть технологии повысились. Езжай в любую, давай сюда. Это смущает всегда. Вот, едем мы. Видите, какая развязка тут. Наверное, боятся, что в столбы врезаться будут. Да, наверное, врезались. А вот в это что, не врезаются, что ли? Да здесь на трамплине под туда и в космос. Понятно. Все, мы в Берске. Берске мы! Хай, Берск! Ну вот, наконец-то мы прибыли к своему месту назначения — НГК. Комплектующие для яхты катеров. Вау! Будем яхту покупать сегодня. С 9. Не, прицеп к яхте лучше. Офигеть. Вон прикольно, смотрите, какая машина упакована. Первый раз вижу, так машина упакована. Чтобы, ладно бы, чтобы заржавело побыстрее. Да, ну ладно бы новая была, а то, блин. А? Вот смотрите, автомобиль. Да, прикольно. Первый раз такое вижу. О, нифига себе. Колес-то нет. Бок снесенный. Сервисная мастерская. Ну вот мы тут перекусили. Андрюха пошел туалет искать.
Ну вот, едем мы с нашего соседнее село, славного города Новосибирск, не менее славный Барнеаполь. Но что можно сказать? Поездка удалась, не знаю. Когда приедем, тогда скажем. Но пока идет все классно. Выбились из графика. Но выбились из графика по какой причине? По той причине, что идет все классно. Нас все устраивает. Если бы не устраивало, тьфу, плюнули бы и уехали. Ну нет. Фирма НГС прям удивила. Прям удивила, честно скажу. Потому что, во-первых, доброжелательные, во-вторых, действительно грамотные специалисты в своем деле. Если человек сидит на кассе, то он кассир. Он не лезет в технологию. Если он технолог, то он технолог. И не начинает навязывать свое мнение. Не загружают, спрашивают, объясняют, где можно сэкономить. Ну, короче говоря, пока только положительное. Поэтому, наверное, и работают 15 лет. В фирме 15 лет. И причем организовалась она в Новосибирске, а филиал в Москве. Вы представляете? Не московский филиал в Новосибирске, а новосибирский в Москве. Во как. И надо сказать, технологии-то не вчерашний день, а завтрашний. И каждый день новое. У них на сайте, вот я сколько у них уже, 2 года, пасусь, на их сайте. Каждый раз новый товар, что-то новенькое. Какие-то новые гели, новые смеси, новые какие-то придумки, задумки, ерундовинки. Ну вот, улица. Какая у нас это? Бердская, да? Бердское шоссе. Бердское шоссе. Короче говоря, молодцы. Будем, если все нормально, будем сотрудничать. Всем пока. Передвигаемся к Новосибирск, к Барнаулу. Это у нас что? Искитим, да? Река Черная. Слева Искитим. Да, Искитим слева, вон там даже снежок виднеется. А, это не снег, это теплички, да? Нифига себе теплиц, сколько. И причем отапливаемые, Андрюх. Да? Трубы торчат. Да. Это, видимо, китайцы. А я же сюда ехали, я тебе на них показывал, ты что-то не посмотрел. Не, я посмотрел, просто я их не разглядел. Да, скорее всего, китайцы, кто же еще? Наши работы не хотят. Хотя за 20 тысяч нет, не за 20. За 20 они не пойдут, за 25. За 20 шнурки даже не завяжут, чтобы пойти. Всем привет! Продолжаем репортаж с трассы Новосибирск-Барнаул. Вот чем хочу поделиться. Супер походной кружкой. Вот видите дорогу, да? Вот если хочешь попить, вот так. А? И ни хрена не видно! Алло, алло! Я это сейчас так пил. Это хорошо, что я. А вот если водитель, например. Доворачивай! Да, идем. Хорошо, идем. Домой едем. Да, и зеркало не видать. О, зеркало. Зеркало, все нормально. Зеркало на месте. Забыл рассказать. Решили мы вот по приезду домой, может быть, вот здесь вот дырку прорежем и этот... Пластик туда. Пластик прозрачный, чтобы когда пьешь, она алло, видно было. Еще раз скажи. Я уже сказал. Да, говорит Андрюха, может кружку другую? Не подумал, извиняюсь. Сейчас я покажу, как настоящие русские автомобилисты на ходу. Да, ну какой? Я бы еще... Если был настоящим русским автомобилистом, я бы еще говорил по телефону, курил сигарету и щелкал семечки. И курицу жрал, хотел сказать. Вот, смотрите, наливаю на ходу одной рукой. Russian автомобилен, Russian car. Это Japan car так-то. Ага. А! А, смотрите, на скорости... 107 километров в час все это творится. Это жесть. Тут поворот. Закрываем. Ну давай, подержу. Давай. Не лезет. Ну давай. Подожди, тут встречка идет. Хорошо.
было, вот сейчас можно. Скорость 60. У меня уже все сбавлено. 77, все в пределах. А тут смотрите, первый раз, между прочим, в жизни вижу такую стену возле автомобильной дороги. То есть возле железнодорожной я видел, а вот автомобильная первый раз. Ну смотри, заботятся. Вот такое, да? Повсюду вокруг трассы. Даже жилых домов нет рядом. Ну, Москва, дорогой, это тебе не Новосибирск. И провинция, да? Да, провинция. Не, а я тебе сейчас покажу, в Алтайском крае такое тоже есть. Да? Да. Ну, классно. Ну, по крайней мере, давным-давно в одной далекой галактике я такое видел. Да. Скорость сбавь. Ну, вроде нормально. 60. Нормально все. Нет, это тут и было. Кстати говоря, я помню эту коробочку. Да. Это возле нее и было. Безменово. А что было? Вот эта стена. Я вот ее помню, эту стену, по каким-то воспоминаниям. А вот еще одна стена. Нихера себе. Не помню, чтобы здесь было. Ну, здесь по другая каким? Была стена. Ты, может быть, не в этой жизни помнишь ее? Нет, я помню, здесь была стена, но она была другая. А тут такой поворот, нифига себе. Обалдеть. Классно. Меня больше всего удивляет то, что еще и окна есть. Мало того, что просто стена, а еще и окна. Деревенские заберут куда-нибудь на теплицу, может быть. По ночам растащить. Нет, ты что, это татьба. Бояться будут, да? Татьба, знаешь, что это? Присядут? Нет, татьба это в Древней Руси одно из самых серьезных преступлений было. Воровство церковного именно имущества. А что, ты церковь поставила, что ли? Государство для нас почти церковь. Ну, понятно. А батюшка кто у нас? Раз церковь, государство. Отстань от меня с такими вопросами громадными. Да. Почти что нецензурные. Вот так-то. Пока. Вот, пошли мы на обгон. Что там впереди? А нифига не видно, что. Так. Давай вот здесь посмотрим. Ой, никого. Отлично. Вон она появилась. Слушай, нам что-то это... Вроде полторашка, а метет-то. По-царски. Да, будь здоров. На сотке еще разгоняется. Выезжаем мы из Новосибирской области, вот слева. И справа наш Алтайский край. Привет, Алтайский край. Жемчужина России написано. Да. И Шукшин нарисован. Единственный человек, наверное, который чего-то добился. Почему? Местный. А Золотухин? А Роберт Рождественский? Что-то ты какие-то фамилии называешь, которые, ну да, может быть... Ты не знаешь Роберта Рождественского? Да, знаю я. Ты с Урала, что ли? Это. И которые... А Евдокимов? Вот, Евдокимов еще может быть второй. Но опять же, вот Евдокимов, какие ты можешь заслуги перечислить? Да даже хотя бы, чтобы он губернатором края стал. Молодец. Нет, губернатором края это... А что, мало, он в каких фильмах снялся? Классный мужик, мне он нравился. Не знаю, вот... Из-за своей честности, вот, может, погиб. Есть культурные достижения. То есть он изобретал, у него... Посмотри, как все фильмы сняты. На то время, в котором он снимал, доказалось, так неправильно делать, это нестандартно, такие крупные ракурсы брать. А сейчас этот фильм пережили все. А сейчас эти фильмы, они... Современные фильмы берут из его работ. Ну, как бы, уже давно взяли это... То есть он такой был создатель. Золотухин, может, тоже что-то добавил, я не знаю, в своей области. Или Золотухин – это был дружбан Высоцкого. А-а-а. Высоцкий сюда приезжал вместе с ним. «Баньку по белому», говорит, здесь написал. А Калашников? Он что, с Алтайского края? Да. Да ну. Отвечаю тебе. Ну, ладно, тогда сдаюсь. Калашников – это крутой чувак. Его весь мир знает. Да все знают. Муслимы. Давай вот так-то вырежем. Вот так-то. Понятно. Так что наш Алтайский край еще ого-го. Да везде люди нормальные есть. Че, Алтайский край, что ли, один? Лишь дайте только волю, мужики, как пел Высоцкий. Я был бы мил и смел с миллиардершами. Лишь дайте только волю, мужики. О, ребята, вот с этим вот мото-техника мы ехали в ту сторону. Он тут там прям всех обгонял, а тут что там спокойно едет домой, да? И назад с ним едет, ну да, даже.
Бывает так. Ну, наверное. Переезжаем речку. Тут этот новый мост делают. Ягуар. Смотри, как разлилась. Весна. Весна, однако. 003. Ар. Ара, что ли? Че там? Вот сейчас мы идем на обгон Ягуара. Смотрите. Опа! Опа! Красава! Наконец-то, ё-моё! А то плёлся, не давал нам ехать. Его, наверное, жаба задушила. Он на одном цилиндре, похоже, едет. Ну, его, наверное, жаба задушила. Ну вот, хоть до соточки разогнался. Я все вижу, как. Рукой машет. Красава. Нам? Да. Видел ты, да? Ну. Сколько у него? Сейчас мы будем Ягуар делать, смотрите, второй раз. Первый раз нам. Тут населенный пункт. Первый раз, да, встречка была. Встречка побежала. Встречная машина. Так, 84. Ну на 90 обойдем, надеюсь. На 95. На 95. Я думаю, по техничному его можно обойти. Короче, ушли мы от Ягуара, только в другую сторону. Он впереди, а мы сзади. Мы все равно отуплелись, как дураки, в жопу ему там уперлись. Включил. Смотри, осторожнее. Обгон запрещен. Ах! Знак помешал. Знак помешал. Давай ему поморгаем, типа, ответь. Видит, нет? Не знаю. Менты, гаишники. Снимать? Ну, если хочешь. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ваши документы. Сейчас выйду. Причина остановочки, свет не включили. А что вы ошибаетесь? А? Вы ошибаетесь, говорю. Почему ошибаетесь? Ловил, говорит, свет не включил. Так вот, ехали. Ну что, скажешь? Скажу, что нельзя никогда сознаваться. Чистосердечное надо... признание усугубляет, да, вину? Да, надо всегда обманывать. Ну да, так 500 рублей, а так 0, да? Логично. Только Ягуара отпустили, жалко. Да, жалко, с Ягуаром не разобрались. Да. Опять нам помешали, козлы. Ну ничего, мы его сейчас сделаем. Сейчас догоним, да? Ага. Ну вот, какой культурный товарищ. ГИБДДшник. Сказал, видишь, почему остановил. Ну, посмотрел, видишь, разобрался в ситуации. Да. Видишь, он допустил, что он мог ошибиться. Ну, это похвально, похвально. Это... дорогого стоит. Не, это показывает на высокий уровень его интеллекта. Ну молодец, что скажешь? Население? Потребности. Казачьи, может? А, нет, не казачьи. Белоярск уже? Нет, Белоярск рано еще. Короче, приближаемся мы к конечному пункту. На мосте Белоярск. Открываешь мне свою камеру и все зеркало, прям как раз. Ну вот нас милая встречает. Привет, милая.